Каждая Майнкрафт-версия приносила в свой мир колоссальные изменения, но вы не задумывались, что эти изменения могли пойти не в то русло. Сегодня мы пройдемся по секретным и фанатским мистическим версиям и попробуем понять, где есть мистика, а где просто слухи. В снапшоте 12W16A был добавлен в Minecraft демо режим, то есть можно было поиграть в новую версию до ее полноценного релиза. Некоторые игроки рассказывали про очень странные баги и строения, а иногда им удавалось найти Херобрина. Скрины выглядят не особо правдоподобно, поэтому вряд ли в демо режиме когда-то был Херобрин. Легендарная Альфа 1.0.16.0.2, в которой родился праотец всех мифов, Херобрин. Я точно не знаю, есть ли тут реально Херобрин, но баги, намекающие на мистику, тут есть. Майнкрафт Альфа 1.1.1, вышедшая 18 сентября 2010 года, это единственное секретное субботнее обновление, которое было удалено из общего доступа спустя 3 часа и 25 минут из-за критической ошибки с серым экраном. Снапшот 15W14A, так называемое обновление любви и объятий. На первый взгляд непримечательное 1-апрельское обновление. Но кому-то удалось найти этот текстовый файл, в котором говорится о неких сидах, в которых можно, наверное, найти мистику, но на ютубе нет точных доказательств о присутствии мистики в этом снапшоте. Бета 1.7.1. Ничем не примечательная версия, но стоит создать новый мир и поиграть подольше, как вы начнете видеть какого-то Стива в тумане своей прорисовки. Многие скажут, это Херобрин, но нет. Это тест, или же, как многие его называют, красный кошмар. В истории говорится, что этот моб создан для какого-то теста, но мы все знаем, что эта версия фанатская. Я уверен, что каждый из вас хотя бы слышал об Альфе 1.2.3.0.3. Если пробежаться по всей мистике в этой версии, то можно наткнуться на этот звук. Если его провести по спектрограмме, то можно увидеть эту картину. Два ярких глаза и число 404. Думаю, несложно догадаться, к чему эти два глаза, а вот с числом 404 все гораздо по-другому. Это число говорит о том, что эту версию не должны были слить в сеть, то бишь ее не существует. И это прямая отсылка на то, что ее создал Моджинг, а не какой-то фанат мистики. Бета 1.9 пререлиз 6. Это еще одно скрытое обновление от разработчиков. В целой бете 1.9 тестировали деревни и первых носатых жителей, но также еще тестировали как бы альтернативу жителей, его зовут Пигмен, шанс найти его практически равен нулю. Error 422 – легендарная мистическая версия Майнкрафта. Она появилась в сети 25 января 2020 года. Ее создал псевдокактус. У версии было много всяких крутых обновлений, и один раз псевдокактус сделал прям что-то глобальное. Но на момент создания глобального обновления 18 мая 2020 года псевдокактус просто исчез из Дискорда, и до сих пор он нигде не объявлялся, что очень настораживает. Существует переделанный Майнкрафт на Убаде. Если есть переделанный, то есть и оригинальный, и на мой взор впал оригинальный на Убаде.
Про эту версию не то, что мало сказано, даже таковых скринов про нее нет. Но одно известно, что по миру спавнятся угольные блоки, облака отсутствуют, а по миру бродит темный силуэт. На оригинальной статье есть ссылка на версию, но она не рабочая, поэтому неизвестно, версия реальна или вымышлена. Бета-101. Одна из самых страшных фанатских версий. Ведь по миру ходят призрачные мобы. А если попытаться пережить третью ночь, то произойдет. Начну с альфы 1.2.3.0.6. Версия была создана 6 июня 2021 года. Версия основана как шестой фикс 1.2.3 версии. Изначально версия называлась альфа 1.2.3.0.5, но в связи с тем, что 0.5 уже существует, автор переименовал ее в 0.6. На самом деле версия непростая, если в этой версии провести достаточно много времени, то можно наткнуться на финальный глич, после которого, по словам китайца, винда должна слететь. Но пока это не доказано. Error 437 – это настоящий подражатель Error 422. По словам автора версии, он хотел отомстить какому-то другу за что-то так и не ясно, и поэтому он добавил в свою версию вирус, но точно есть там вирус или нет, мы не знаем. Хоть там и все признаки на вирус.